Ребят, всем привет. Давайте сегодня так быстро, кратко расскажу, почему 16-клапанный двигатель вообще плохой вазовский. Да, допустим. Почему мне не нравится и что вообще вот изменилось. Вот у меня в сарае, конечно, темно, видео записывается. Там маркировка 2183. Вазовский двигатель 1,5, да? И давайте 8-клапанный двигатель разберем на 16-клапанный двигатель. Смотрите, это вообще с этим блоком стоял первоначально, на восьмерке пошли, да, там сказать. И вот смотрите, в чем проблема. Шел так вот здесь масло, кто представляет, наверное, кто смотрит видео, представляет, масляный насос карбюраторский, да, чем отличается от инжектора? Ничем, да. Единственное, что там стоит поддатчик коленвала. И вот смотрите, если у вас карбюраторная восьмерка, девятка, пятнашка, и у вас есть инжекторный масляный насос, то поставь его сюда, он будет работать, да? Все, поставится, он влезет, если тебе кажется, не мешает, спили его болгарки. Все, грубо говоря, будет работать. И вот самое интересное, 16-клапанный двигатель. Потом давайте инжекторный пошел, да, до 8-клапанный. Насос только поменяли, да? Насос поменяли, инжектор повесили, и насос, податчик. Вот 16-клапанный двигатель. Чего сделали? Чего сделали? Ничего не сделали. Оставили тот же масляный насос, да? Тот же, на тот же уголовку 8-клапанную, которую рассчитано было. Поставили сюда дополнительно, допустим, на десятку 16-клапанную. Там, допустим, вот здесь кто представляет, идет охлаждение отверстий, здесь просверлено, и стоят форсунки, охлаждают поршень, дна поршня на нужном давлении там. И вот самое интересное, вот здесь начинается. Тот же блок, тот же насос, который рассчитан на 8-клапанную головку, у нас появляется еще 4 отверстия в блоке, который насос первоначально не был рассчитан на столько количеств уже подачи масла. Но это еще не все. Плохо, что я ГБЦ сейчас продал, и я вам бы показал разницу. Восьми, кто представляет, сейчас все поймут. Смотрите, 4 отверстия здесь. 8-клапанная головка. Один распредвал, да, там 4 или 5 кулачков, 5, по-моему, кулачков зажимает распредвал. На 16-клапанный 2 распредвала. То есть, получается, это у нас уже 10 кулачков зажимается. Грубо говоря, уже прибавляется на 5 отверстий больше. Толкатели 8-клапанный 8 штук, естественно, да, 16-клапанный 16 клапанов, 16 толкателей. Грубо говоря, прибавляется на 8 отверстий. Вы понимаете, уже здесь 4, в голове 8 лишних. И еще 5 на распредвал, лишних 6 получается масляный. И представляете, какая проблема падения давления получается в ГБЦ у нас, да? И чисто из-за того, что не могли просто на 16-клапанный двигатель сделали какой-нибудь, допустим, другой насос хотя бы первоначально, который рассчитывал на эту ГБЦ, где больше отверстий на это все. Потому что ему не хватает, чуть ГБЦ там износится, все, пропадает давление. То есть вот так получается. Потому что насос остается один и тот же. А в ГБЦ дырок насверлили 15 лишних. Отличается чем от 8-клапанных, да? Допустим, с 8-клапанным, допустим, 10 дырок, а 16-клапан 20 дырок. А на это не рассчитан был насос. Еще здесь еще в блоке насверлили дырок на массосъемных, на охлаждение форсунок, допустим, на охлаждение поршня. И вот что и думаешь. Вот 16-клапанный ГБЦ только ходит нормальное давление есть. Еще плюс датчик воткнули в ГБЦ, ребят. В ГБЦ 16-клапанный датчик где стоит? Прямо отверстие идет, подача масла с фильтра в ГБЦ, и сразу в 2 сантиметрах, там вот так получается, стоит этот датчик. А еще там сколько, там 30 сантиметров по всей там пластины этой зажимной 16-клапанной. Там уже давление теряется. У вас скажут, что давление тут нормальное, а там уже где-то потерялся оно. То есть все не так правильно и все так не рассчитано. Из-за этого я не люблю 16-клапанные движки. Чисто из-за этого нехватки давления, из-за этого насоса, что не могли доработать это все. То есть вот эта пластина зажимается. Еще когда зажимается пластина, то представляете, через нее что-то спускает. То есть вот, ребят, ничего не изменилось. С карбюраторного автомобиля все осталось. 16-клапанное все перешло. Из хорошего двигателя 8-клапанного сделали просто какой-то ненормальный. То есть масло чуть не то, все, гидрики и отверстия тоже идет. Там все надо, короче, не рассчитан насос. Из-за этого все проблемы 16-клапанного двигателя, ребят. Нехватки давления. Мотор работает, пока он новый, пока он не там не износился. Чуть износился 16-клапанный мотор, стучит, гремит, чикает, все. Вот, ребят, вот и хотел бы с вами просто поделиться вам.